Всем салют, народ, с вами канал Хука Лайф, и музыка выключилась неспроста. В Екатеринбурге случилось два неприятных инцидента, а именно то, что две колены оштрафовали на 520 и на 400 тысяч рублей за то, что они использовали музыку, не имея авторских прав. Ребята, это может коснуться каждого. Происходит именно так. Приходит человек, изначально фотографируя вывеску вашего заведения, фотографируя вывеску с адресом на здании, приходит к вам в заведение. Именно в нашем городе Екатеринбурге пришла девушка. Это может быть абсолютно любой человек. Приходит, заказывает элементарный чай, сидит, ведет видеосъемку заведения на свой телефон, фиксирует музыку в Шазаме, после чего уходит. Через несколько дней приходит к вам снова и выставляет вам иск на огромную сумму денег. Так что будьте аккуратнее, потому что это может произойти в любом городе, в любом заведении. Как с этим бороться на данный момент, пока неизвестно, потому что музыку, естественно, никто не покупает. С Apple Music это не работает, потому что если вы покупаете музыку в Apple Music, вы должны слушать ее сами. И если у вас все-таки есть лицензия, то она должна быть не на физлицо, а на юрлицо. Любое воспроизведение музыки должно иметь под собой лицензию, и по сути музыку сейчас включать не можете, у меня только радио. Сегодня вышел пост в группе ВКонтакте «Кальянный РФ Екатеринбург», там же есть скриншоты, претензии о нарушении исключительного права исполнителей, изготовителей фонограмм и бла-бла-бла. В общем, тут ниже приложены названия треков, сама претензия на чье имя, сумма претензии. Да, претензия приходит от имени Всероссийской организации интеллектуальной собственности. На данный момент у этой девушки, которая приходила по Екатеринбургу, у нее есть право на ведение вот этой хуйни всей в Свердловской, Курганской, Тюменской, Челябинской области, Пермском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, Югре, Ямал-Ненецком автономном округе. И, в общем, блядь, она может вести там переписку, всякую хуйню. В общем, если к вам туда приходит, начинает вас, блядь, с камерой везде ходить, шазамить музыку, нахуй, ломайте ему ноги и выкидывайте. Так что, ребят, будьте бдительнее, распространяйте это видео, делайте репосты. Чем больше людей о нем знает, тем больше людей мы обезопасим. Так что всем удачи, всем выдержки, лицензионной музыки. Мы вас верим. Всем удачи, всем пока.